В Совете Республики состоялось заседание Ассоциации руководителей учреждений образования. Встреча проходила в формате онлайн-конференции. Вместе с главой Верхней Палаты Парламента Натальей Качановой и директора школы гимназии обсудили вопросы взаимодействия преподавателя и родителя, обновление материально-технической базы учреждения, информационную безопасность. Особое внимание теме дистанционного обучения. Планируется, что в Беларуси создадут единую образовательную платформу для школьников. К разработке ресурса будут привлечены резиденты парка высоких технологий. Сегодня собираются те материалы у ведущих педагогов, у учителей-методистов, которые есть сегодня разработаны. Сегодня школы предоставляют свой материал для вот этой вот платформы, и будет это все аккумулировано. И полагаю, что это будет очень достойная платформа, где можно получать будет качественное образование удаленно. Подобные встречи ассоциации руководителей учреждений образования проводятся регулярно. Такая форма общения, по мнению специалистов, наиболее эффективный метод решить самые актуальные вопросы.